Ребят, всем привет, дорогие подписчики, с вами снова Дукит, канал World of Games. Сегодня будет видео о том, можно ли вернуть в Blizzard, вернее, игры или вообще какую-нибудь валюту, предметы. Вот, давайте с вами вместе рассмотрим, с чего нам начать. Ну, для начала, ребят, нам надо зайти в наш аккаунт. Вот здесь обязательно, ребят, ставим русский внизу, чтобы дабы в поиске мы смогли ввести. По-русски все написать, то есть что нас интересует. Нажимаем поддержка, нажимаем вернуть, да, допустим, я просто вернуть. То есть он по сути нам сразу выдает, видите, не могу вернуть предмет за золото или другую валюту. Ну, мы выбираем его, переходим, как видим, здесь вот можем посмотреть. Так как здесь у нас, я так вижу, в основном это касается World Warcraft, лучше, допустим, вводить, не могу вернуть там, допустим, какую-то игру, да, чтобы получить информацию. Так, ну что у нас, не могу вернуть предмет или золото, да, или другую валюту. Вот, то есть вот распространенная проблема описывается. И вот они пишут, что большинство внутриигровых предметов можно вернуть обратно в NIP в течение 2 часов игрового времени, если персонаж выйдет из игры после покупки предмета тайме. Предмет таймер не будет истекать, пока я вновь не зайду в игру. НИП, ребят, как вы знаете, это не игровой персонаж. Вот. Как же нам... Так, возьму... вот, выбираем, невозможно вернуть предмет НИП, да? То есть, вот, мы видим. Купил этот предмет, хочу вернуть внутриигровой предмет. Вот, мы здесь выбираем, свяжитесь с нами. То есть, предмет какой-то определенный, да, видите, опять же, они могут вернуть. То есть мы пишем перечисленную область персонажа, выберите свое царство, так, имя, элемент, описываем проблему, прикрепляем файл, ребят, и нажимаем отправить, да, там они рассматривают, так понимаю, что есть возможность вернуть. Ну ладно, это понятно, что касается предметов, и то это не игровой, ребят, персонаж. Так, дальше смотрим, ищем возврат. Возврат. Так. Hearthstone, да, вот возврат внутриигровой покупки Call of Duty, возврат средств восстановления Hearthstone. Давайте Call of Duty посмотрим. Также видите правила возврата средств, здесь можно посмотреть. Так. Что у нас связано с Call of Duty? Так. Вот, возврат внутриигровой покупки Call of Duty. И что мы открываем? Видим, что я, тут опять же постоянно проблемы, и они пишут, что все внутриигровые покупки в Call of Duty являются финальными и не подлежат возврату, то есть мы не можем их вернуть. Вот. Также касается покупки, то есть они практически вообще не, ребята, они не возвращают, да, то, что мы приобретаем. Ладно, давайте выберем другую. Так, вот, системный трет, так, возврат жетонов, так, возврат средств за облик, заходим сюда, и опять пишем, что они тоже, видите, тут практически у нас нет шансов, чтобы что-то вернуть. Единственное, что благословность есть в Warcraft 3, что они какие-то предметы все же можете вернуть, ну, возвращают, как видите, мы заходили. Ладно, что у нас, по-моему... Так.
увидеть возврат средств за Destiny 2. Если вы приобрели Destiny 2 с 6 марта по 6 июня 2019 года и не собираетесь переносить данные игры, вы можете запросить возврат средств. Так. То есть получается, почему-то вот Destiny, это получается мы можем, да, так, самообслуживание. То есть тут есть вот переход учетных записей. Ну вот, и мы видим то, что вроде как с Destiny можно 2. То есть они написали именно. Кто приобретал ее. То есть можем вернуть. Но так как я не приобретал, я думаю, что я себе ее не верну. Так что, ребят, вот, заходите, смотрите. Ну, я могу сказать, что большинство случаев она, я так понимаю, Blizzard вообще не возвращает. Ну, есть определенно, как видите, это в Warcraft какие-то предметы можно вернуть. И вот Destiny, да? То есть 6 марта, что вы, кто собирается приносить данные, то есть тоже можете вернуть, ребята, денежные средства за игру. Ребят, ну кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дудукит, канал World of Games. Обязательно, ребят, в комментариях пишите, может быть, вам будет интересно, если я по какому-то определенному видео сделаю, вернее, обзор, сделаю видео. Ребят, всем до свидания, всем удачи, успехов, ребят, и главное, здоровья. Всем пока.